посівної техніки на міх дворах сьогодні вже нема. Практично усі необхідні ремонтні роботи завершили ще зимою. Причому рихтували все. І старі трактори, вироблені ще у 90-х годах минулого століття, і нові, енергонасичені. Стара техніка на палітки не виходить, і вона зайнята на другосних, але так само необхідних роботах. У Ксуб-Губичі кажуть, що під час підрихтовки до посівної лічили літерально кожен рубель, а тому значну частку запланованого виконали самостійно, тим більше, що тут мощна інженерна служба і професійні механізатори. Кроме, конечно, там шлифовки коленвалов, это, ну, безусловно, надо уже возить на спецпредприятия ремонтные. А остальное, что касаемо там двигателей, переборки коробок, замены сцепления, все делаем своими силами и в своих условиях. Згодно с оперативной информацией облсельхозхаршу, лидеры на себе ранних яровых зерневых господарки Светлогорского района больше 120% до плану, а маль по 60% у Калинковском и Гомельском районах. На Будокошалевщине покой коля 40. Коли летость сеяли по судности у сухую глебу, то все лето вильгать и стойки, что на некоторые палетки посевные агрегаты выводить еще рано. Правда, тут необходимо быть вельми уважливыми и постоянно мониторить ситуацию. Захватить эту весеннюю влагу, а потом уже дальше будет видно, если корневая система укрепится за счет влаги теперешней и за счет удобрений, то туда попозже, ну, если дожди даже не будут проходить, то и влаги достаточно по наших вот тут вот почвах, для того, чтобы растения развивались нормально. У филиале Морозовича Агро акционерного товариства Гомельский химзавод сеубу ранних яровых зерневых планируют завершить до 10 красовика. Тем больше, что все техничные мощности для этого есть. С допомогой головного предприятия все лето тут набыли сучасный комбинованный посевный агрегат. Хоть якостно посеять, кажут, еще не самое головное. Конечно, если не посеешь, то нечего и ждать урожая. Но после посева надо все и химзащиту сделать, и болезни отработать, и подкормку сделать, и удобрения внести. Короче, комплекс мероприятий, чтобы получить урожай. До речи, наявность сучасной специализованной техники дозволяя уже зараз почать опрацовку озимых. Те же тракторы, которые выкрасовывались ранее на увельготненной глебе, просто пошкодили посевы. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокошалевский район.